Ребята, всем привет! Вы на канале Арина Лав. Завтра у нас суббота, 15 июля. Мы немножко запозднились с отъездом на дачу. Были кое-какие проблемы. И мои новые книги, ну точнее, я их уже почти прочитала. Эту я прочитала, Алекс Хилл, «Она любит плохих парней». Очень понравилась, но, к сожалению, главная героиня не совсем понравилась. Но идейка с внутренним редактором и сам главный персонаж очень понравились. Ставлю лайк. «Как спасти жизнь» Эмма Скотт. Скажу, что очень такая тяжелая книга. Мне было очень жалко главных героев. Прям вообще жизнь у них. Ее я немножко не дочитала, но думаю, до завтрашнего дня прочту. Также хочу вам показать одну новиночку. Это вот такой вот классный рюкзак. Вот эта вот фирма, не знаю, правда, как правильно произносится, но вообще она такая довольно известная. Вот он тут с этикеточкой. Мы заказывали его на Валберес. Это рюкзак в школу, это пакет, в котором он пришел. Очень классно, я ему ставлю лайк, мне он очень понравился. Кстати, ребят, кому интересно, я дорисовала эту картину. Мне она очень нравится, я хочу повесить ее в комнату. Конечно, тут надо подправить будет, но это уже после, наверное, дачи. Но так, в принципе, лайк. Кстати, вот артикул, если вам понравилась картина. Также сегодня ходила в магазин, купила вот такую вот кашу «Засыпаю как Гуша». Молочный рис с яблоком и грушей, не обращаем внимания на эту цифру. Купила, чтобы была какая-то разнообразие смеси. И также в этом влоге, ну, потому что завтра 15 число, Агате 4 месяца. И она в этом видео попробует сок яблочный. Все, мы уже выезжаем. Аврорка у нас одета вот так. У нас очень прохладно, поэтому вот так. Уже встретимся с вами в машине. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Все, ребята, мы уже приехали на дачу. Вот это главный дом. Это в дом такой гостевой, где мы будем жить мы с сестрой. Знаменитые качельки. У нас идет дождь. У нас сейчас 3 часа дня. И это видео, наверное, продолжим немножко попозже. Оно будет больше вечернее. Потому что надо разбирать вещи там, пообедать и все такое. Кстати, дождик довольно сильный, и погода не лучше. Но вообще завтра показывают 25 градусов. Итак, все, нарезала я салатик, тут немножко беспорядочек. Вот такой вот он получился, тут очень много разных добавок, вот так. Не судите строго, но, в принципе, ладно, нормально. Погода, кстати, немножко разгулялась, вроде бы не так холодно стало, но под вечер все равно переодену, думаю, Аврору. Сейчас одену просто такие вот пинеточки, вот такие вот ползуночки наши, такую вот распашоночку, а шапочку оставлю, которая у нас и была. Извиняюсь за этот небольшой бардачок. Я, кстати, переодела уже Аврорку. У нас уже почти 4:30. Вот так одела в эти ползуночки. Такой вот боди и в шапочку. И сегодня у нас 15 июля. И Авроре 4 месяца. Ура! И я ее в дороге кормила, просто не снимала. Поэтому кушать она не хочет. И я предлагаю ей сделать сок. Как раз таки, чтобы она попробовала его. Так, все, наша бутылочка, я после ее смеси мыла. Вот наш сок, слюнявчик. Извиняюсь, если тут темно, тут просто не очень хорошее освещение. Вот, все, делаю слюнявчик Аврорке. И налила сок. Так, давайте посмотрим. Ну, почти 90 миллилитров, можно так сказать. Ну, вообще, яблочный, это самый стандартный. Мой самый любимый сок, это яблочный. Думаю, Аврорке должно понравиться. Все, сейчас дам Аврорке попробовать. Так, давайте отодвинем. Так. Сейчас посмотрим, понравилось ей или нет. Ну, что я могу сказать? Во-первых, то, что она не выплевывает, это уже хорошо. И мне кажется, ей довольно понравилось. Сейчас я ставлю сюда музыку. Итак, вот на таком.
такой вот диван. Я постелила Аврорке пеленочку, дала ей все наши игрушечки, еще надо дать сосочку на прищепке, вот. Я думаю, у нас тут вообще сосочка 24/7 будет на прищепке, потому что мы можем ее потерять. Все, положила Аврору, она тут будет переворачиваться, играть, мне надо помыть бутылочку. Кстати, ребята, тут, когда тут будет почище, уже, наверное, в следующем влоге, я сделаю обзор на этот гостевой домик. Просто тут наши вещи, мы их еще не разбирали, тут довольно грязно. И еще я начала смотреть новое аниме. Президент тут совета горничная. Там очень красивый главный персонаж, мне он очень нравится. Я на 4-й серии. Вот. И на самом деле советую лайк. Это романтика, если что, в основном я смотрю за аниме романтику. И сегодня ходила на Валберес, забрала такую вот цепочку и такую вот птичку, колибри. Заказывала все отдельно. Вот артикул на цепочку, вот артикул на эту птичку. Это кулон, похожий на кулон Шелли из Манхвы, ветролом. Она до сих пор выходит, она еще не закончена. Я фанат и прям вообще смотрится очень классно. Даже моей маме понравилось. Все, я вернулась. Аврора тут теребит вот этот вот арбузик. Кстати, вечером мы пойдем гулять, и я покажу ему побольше нашу, ну не нашу, а дачу моей тети. Вот, так что на этом влог у нас не заканчивается. Аврора у нас в машине спала, но я думаю, что ей еще надо поспать, поэтому попытаюсь ее уложить. Смотрите, у нас даже солнышко вышло. Я вообще в шоке. Я сейчас буду закрывать вот эти вот теплицы, так как у нас уже вечер. Вот, 7 часов. Кстати, довольно светло еще. И у нас уже 8 часов вечера. Довольно похолодало, очень сильно. Вечерами довольно холодно, поэтому оденем вот такой вот слипик с кисками. Вот такие вот носочки и такой вот молочный чепчик. Ну что ж, все, я переодела Аврору. Сейчас сверху еще оденем нашу вязаную кофточку. И я наконец-то сниму вам прогулочку. Также покажу небольшую часть нашей дачи. Ну что ж, все, вот Аврора у меня на руках. Вот так вот. Носочки, кстати, классные, ей не холодно. Такая вот у нас погода. Погодка разгулялась. Даже вон какое небо красивое. Вот у нас лужайка такая. Вон там машина. В этом видео прогулка будет небольшая, потому что мы только приехали сегодня. И уже завтра я его выставлю. А то давно видео не было. Вот. Кстати, надо протереть Аврору. Она запылилась, хотя перед поездкой я ее протерла дома. Вот, мы просто походим. Такая прогулка прям нормальная будет в другом видео. У нас есть еще вот такой вот участочек. Там тоже можно погулять. Такая вот елочка. Такие вот деревья. Тоже можно походить все. Вот. И пофоткать. Но фоткать, я думаю, мы будем завтра. Потому что очень холодно на улице. Все, тут уже Аврора, она у нас в полудреме. Завтра у нас воскресенье, приедут тетя с дядей. Вот, возможно, завтра тоже буду снимать. Ну, не знаю, не во все дни, конечно, буду снимать. Тоже от камеры хочется отдохнуть. Вот, сейчас качаемся на качельках. И скоро уже покормлю Аврорку смесью. И будем с вами прощаться. Я думаю, что видео получится не очень длинное, хотя из-за моей болтовни возможно, что оно будет длинное. Вот так вот качаемся мы. Все, мы пришли в дом. Я уже сняла с Аврорки кофточку. Мы пришли в главный дом. Вот, так вот погреться. Аврора уже, по-моему, мне кажется, засыпает. Но пока рановато, еще 9 нету. 9:30. И сейчас сделаю ей смеську. Наконец-то поужинаем с ней. Так,
такая вот скатерть. Кто давно меня смотрит, тот помнит ее. Ей уже сколько лет, она не меняется. Приготовила слюнячек, тут у нас смесь. Все, налила тепленькую водичку. Вот, и кому интересно, то Аврора ночью просыпается, но я это часто не показываю. Когда приеду домой, надо будет снять «Бессонную ночь с Авроркой». Обязательно. Так, и у нас ночи очень часто. Навела смесь, взяла слюнявчик, и сейчас будем кушать с Авророй. Так, все, делаю я слюнявчик Аврорке. Принесла смесь, и сейчас мы будем с ней кушать. Я думаю, что я вам вставлю музыку, но, впрочем, как всегда. Кстати, смесь остыла. Помыла бутылочку, положила на такой классный коврик. Хочу такой себе домой. Вот. Будет сушиться. Все, ребята, замотала я вот так вот Аврору. Она очень сильно начала капризничать. Мне вообще было не до камеры просто. Она орала, кричала, там билась. Случилась такая небольшая истерика. Еле как успокоила птичкой. Тут сосочка. Вот. И она почти уснула. Ну, она уже, так сказать, спит почти, но все равно не до конца, еще немножко. Сейчас ее покачаю и уже буду с вами прощаться, потому что хочу отдохнуть. Сегодня тут убирались, делала салат я, теплицы, там огурцы собирали. Хочется отдохнуть и посмотреть какой-нибудь фильм. Вот так. Все, вот так вот качаю я Аврорку. Извиняюсь, если это видео было каким-то скучным. Ну, просто поймите, ребят, мы приехали первый день, и я бы не снимала в первый день видео, потому что я понимаю, что оно будет какое-то скомканное, если бы, так сказать, мы не поехали намного позже. И именно в этот момент мне надо было выпускать видео. Вот. Поэтому извините меня очень, правда. Обещаю, что следующее видео будет очень интересное. И я подумала, что решила снять его завтра, потому что завтра 25 градусов тепла. Неделя вообще не очень теплая, вот. И когда тепло, надо его ловить, так сказать. Вот у нас там дверка открыта, вот так вот. И обзор, как я уже сказала, домика я сделаю в следующем видео. Все, Аврора спит. Посмотрите, как сладко надула губы. Кстати, соска вообще уже не нужна. Прям вообще я ее укачала, и все. Аврора очень любит, когда я ее качаю. Мне кажется, если бы у нас были электрокачели, то она бы просто не вылезала из них. Ой, нечаянно вспышка включилась. Ну ладно, не заметила. Думаю, ничего страшного. Взяла с собой краски Сонет. Это акварельные краски. Кисточки взяла из набора от картины по номерам. Потому что мои кисточки давно пришли в беспорядок. Надо купить себе нормальные дорогие кисточки. Но времени никак нет. И, кстати, скетчбук новый. Такой вот с Парижем. Парижная, так сказать, серия. Вот, покупала в Лабиринте за 1500. Цена, конечно, дороговата, но дешевле не нашла там. Прошлый свой скетчбук покупала за 800 рублей, но уже поняла, что нету таких скетчбуков давно. Хотя потом нашла на Валберисе за 400. И пожалела, что не заказала там. Какие-то посторонние звуки меня прервали. Вот. Почему-то пошли отписки. Не знаю, почему. Может быть, потому что я не выпускала видео. Не знаю. Ну, да, я была неактивна немножко. Летом чаще надо выпускать видео. Вот. Но у нас снова теперь 445 подписчиков. Давайте снова 5 подписчиков приходите, чтобы мы добили 450. Напоминаю, на 500 подписчиков конкурс. Если вы это хотите, то поскорее ставьте лайки, подписываемся. Вот. Что ж, я вас всех безумно люблю. Знаете это, ребята. Вы моя маленькая семья. Ну что ж, всем пока-пока.